Здравствуйте, друзья мои. Сегодня 7 июля. Это вот у меня июльские пищалки, пескуны. Это от шоколадного голода. Сейчас выпустим и посмотрим, что наши чудики могут делать. Пусть идут. Температура уже около 30. Вот видите, как это, даже ни пера, ничего нету. Оп-оп-оп-оп-оп, тетя посел ты мой родной. Ой, блин, что ж это такое? Это чуть не задавился. Ты чё, дурин? Ты чё, дурин? Чуть не убился. Эти... Друзья мои, ну две штуки, по-моему, сели. А сами все пошли. Сейчас этих тоже поднимем. Пусть пойдут. Так, пусть пойдут. Дорогие мои, это из июльские пищалки, пескуны, как хотите, так и назовите. Ну и все. Вот так. 23 штуки, да. 23 штуки. Это вот от храмового. Ну, чудо. Чш. Хочешь падать? Это вот от черного голубя. Давайте я еще разочек дернем, ты еще не летал. Понятно, что ты маленький. Оп, да еще и на жопе катаешься уже. Ну, что, поставлю на паузу, ну ты поперли, попробуй снимать. Вот он, вот он, вот он. Ну это мелочевка, это реально голубята, которые пищат еще. Реально пищат, вот там один отрывается. Сейчас попробую с улицы снимать. Так. Вот эти чик-чик, два упали, третий он тоже внизу, ну и толпа как бы летит. Эта толпа летит, и она сегодня везде будет в небе, гон-гон, еще раз гон, весь хлам. Здорово. Здорово, как она твоя ничего? Так, друзья мои, мы с соседом поговорим. Этих что-то я потерял, где они? Сейчас посмотрю. А вон они там. В сторону солнца ушли. Один, по-моему, понизу мотается. Кнопка моя опять рядом, как собачка. Да. Ну вот как бы вот так. Сейчас потяну, они далековато уже. Как бы вот так, друзья мои. И хочу всем хороший совет дать. Понимаете, громко звучит та бочка, которая пустая. Полная бочка никогда громко не звучит. Если постучали по пустой бочке, да, она там прямо хорошо, звонки. А если он полный, что-то перо упало, а голуби не вижу наверху. А если он полный, то не так уж. Да, народ тоже стоит, смотрит. Вон они, толпа там. Любит, народ любит у нас голубей. Да. Ну там пару штук скинули себя, по-моему, эти еще летают. Да. Ну и поэтому, дорогие мои, ну на эту пустоту обращать внимание, не знаю, да есть разве смысл. Вот буквально вчера до самой ночи смеялись. Человек уже лет 60, наверное, пенсионер там. Это вообще дурдом какой-то. Пишет всякую бред, всякую хрень. 15 минут 11-го стою на улице, голуби 4 часа отлетали, молодежь, садятся, на крышу сели, то попали, то не попали. Вот там и столько рожали. Я говорю, дорогой, ну, понимаешь, походу мы тебя вынудили. И ты вышел и решил нам ролик скинуть. Ну, выпустил голубей, они мимо твоей крыши в соседский огород упали, и ты же не поймешь, что как. Сегодня коты его подберут, завтра скажешь, 10 часов отлетал, копчик забрал. Понимаете, дорогие мои, ну нет проблемы же. Ну вот видите, это июньские пищалки.
просто пищал. Я показывал грудь, желтый, мазанный. В общем, ну проблем же не составляет вот так взять, выпустить 5 минут, там снимать, даже на паузу не ставьте. В общем, ну и желательно так потянуть камеру до максимального, чтобы видно было. Да, не вот так. Есть еще и камера, которая от себя отдаляет. Ну, каждый из себя делаем вывод, для себя делаем выводы. Вон там один пошел. Делаем выводы. Ну, так, почему? То есть, вот так и выплана. Сейчас пока на паузу поставлю. Смотрите, немножко полетает, потом я и взрослых выпущу. Пусть выйдут на улицу. Это взрослые сейчас закрыты. У нас сейчас около 30, на данный момент опять температура. Ну, то есть воздух хороший, тепленький, горяченький. Ну, курочки как бы летают. Ну все, пока на паузу подержу. И домой зайду. Ну вот, знаете, около 30-ки. Дверь откроем. Сейчас посмотрим, что тут. Да, тут уже 31. Все-таки на улице потеплее будет. Пожарче будет, чем помещение. Вот еще утро, потом выровняется. К вечеру будет наоборот. Чутики выскакивают, а где те чудики, не знаю. Сейчас найду, а вон они, те чудики. Они сразу набросы из них уже. Вот, видите, как хорошо. Ну это я тихо разговариваю, это не запись, плохой идет. Просто, ну не люблю громко разговаривать, я не умею даже. Поэтому те, видите, даже корма кинул, не попадали, хотя пищалки там многих родителей кормят. Да, там из молодых ребят еще спросили, как узнать, у голубей линька или не этот, не линька. Дорогие мои, ну элементарно это узнают. Во-первых, видите, что творится в голубятне, сколько пера. То есть во время линьки голуби начинают сыпаться. Вот там по углам куча таких, я голубятни чешу каждый день, сами знаете. Куча пера там валяется. И самое интересное, момент, когда крупные перья валяются, это не настолько опасно, когда момент вот такой мелкий перья начинает выпадать. Это голуби начинают линять от ухта, то есть как бы от шеи, от этих. Вот там. То есть это для них более болючее. Такого типа. Вот смотрите, вот берем вот такую маленькую камушку. И кидаем на крышу. И пошли. Видите, как красиво. И так, годами, а и то и десятилетиями, каждый божий день. Представляете, какой кайф. Это уже постарше птица. Хотя ветер давит вниз. Носит неудобно. Не знаю, я его снимаю, не снимаю. Но попёрся. Тех ту сторону унес. Смотрите, даже ни ветер не бросает, да, не мешает. Птичка с боем, даже на такой ветер стоит, барабанит. И эти попродзи также.
как бы вот так, дорогие мои. Ну, по-моему, не проблема. Что тут такого страшного? Пугнуть, взять камеры, снимать. Проблема заключается совершенно в другом. А где таких голубей найти? Вот в этом огромная проблема. Ну, поднять-то они с удовольствием хотят. Показать-то, конечно, любой же хочет показывать. Понимаете, ну, нету возможности. В общем, это я, конечно, имею в виду тех ребят, которые пишут. Есть люди, которые держат для своего удовольствия, им и показывать, и говорить, и писать ничего не надо. То есть очень многие ребята, которые смотрят мои ролики, что им надо, они от этого берут пример, что не надо там, то есть пользуются этими советами, да, что не надо, мимо ушей пропускает, понимаете? Ну, а ни один из них себя в грудь не бьет, что у тебя плохие, у нас там супер, у Васи плохие, у меня супер, у всех плохие, у меня супер. Нет, люди просто смотрят, радуются, кайфуют. И чужой птице можно кайфовать, понимаете, радоваться. Поэтому, дорогие мои, запоминайте. Чем пустее бочка, тем громче звенит. Ну зачем вам с пустой бочкой там нервы тратить? Удачи всем. Ой, какая красота. Лепота. Представляете? Да-да-да-да-да-да-да. Ну, это тех, которых я могу еще снимать, а которых есть там уже космонавты, которые не поперли. Рассыпную. Это разрезной пирогал, лобка. Брабаны. Видите, друзья мои. Ну и здесь смотрите, что у меня тут творится. Опять я голубя на небе. А вы что тут сидите? Вот, нет, четверо остались. Что с их тоже? На выход, на выход, на выход. Ну, пищал тоже. Нет, это взрослые. Давай, 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 давай. Да что ж ты такая дурная, а? Ты что, летать не хочешь, что ли? И этот не хочет летать. Эти не хочет, заставим. Давайте. Эх, давайте. Давайте, давайте. Давайте, давайте. 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 Ну, остались тут мои шпингалетики. Видите, красивый шпингалет. Это с яйцом головка. Я, поэтому та тоже одно яйцо снесла. Вон она. Видите, одно яйцо на втором оставил. Я не просто безбашенно поднимаюсь. Ну, если с яйцом, зачем? Ну, вот как бы так. А многим это удастся делать. А, тут даже и с яйцом выскочили. Вот, уродики. Там тоже с одним яйцом. Ну... Как бы вот так, дорогие мои. Ну, я по секрету один умный вещь скажу. Понимаете, с голубями со мной спорить, это себя не уважать. Понимаете? Ну, реально себя не уважать. Это просто настолько надо быть далеким человеком, что после всего этого еще пытаться мне что-то доказывать. Удачи всем. И такого гона всем. Чтобы было все... Пусть небо будет полно, а земля пуста. То есть не будут пешеходы, а будут антикосмонавты. Всем удачи.